Привет! Вы на канале «Час ремонта». Сегодня у нас на обзоре бензопила Олео Мак 937-16. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Простая в обращении и доступная по стоимости бытовая бензопила Олео Мак 937 способствует полнообъемной механизации хозяйственных работ, связанных с заготовкой дров, возведением деревянных срубов и элементов ландшафтного дизайна, уходом за декоративными и фруктовыми деревьями. Несмотря на умеренную стоимость, легкая, экономичная и производительная в работе бюджетная модель по многим параметрам идентична профессиональным образцам. Адаптирована к использованию при сильных морозах. Доступ к фильтрам осуществляется без использования инструментов. Фильтрующий слой можно заменить прямо на рабочем месте. Чтобы фильтры не покрывались частицами льда во время работы зимой, модель оснащена защитной системой Ice Device, которая дополнительно обеспечивает пуск и стабильную работу при низкой температуре воздуха. Магнита с электронным управлением уменьшает усилие при запуске мотора. Модель оснащена антивибрационной системой для комфорта оператора. Отличается небольшим весом и удобством в эксплуатации. В комплекте, кроме самой бензопилы, вы получите пильную шину на 16 дюймов, цепь, свечной ключ и документацию, упаковка картон. Мощность штатного двухтактного двигателя объемом 35,2 кубических сантиметра составляет 2,2 лошадиные силы. Поршневая группа для полноценной компрессии оснащена двумя поршневыми кольцами. Гильза цилиндра подвергается специальной обработке, что положительно сказывается на ее износостойкости. Простой по конструкции и надежный в работе карбюратор обеспечивает стабильность работы устройства на высоких оборотах и режиме холостого хода. Трехэлементный механизм сцепления реализует привод работы части пилы без пробуксовки и с минимальными потерями крутящего момента. Преимущество: система Ice Device, бесперебойная работа бензопилы в зимнее время года, эргономичная рукоятка стартера, встроенные в рычаг органы управления включением-выключением зажигания, воздушной заслонкой и полугазом упрощают эксплуатацию пилы. Алюминиевый автоматический масляный насос обеспечивает нулевой расход масла на холостом ходу. Поршень с двумя кольцами, никелированный цилиндр, кованный шатун и коленвал гарантируют неизменную эффективность с течением времени и продолжительный срок службы. Магнето с электронным управлением уменьшает усилие при запуске двигателя, сокращает расход топлива. Инерционный тормоз цепи – безопасная работа. Многоразовый нейлоновый воздушный фильтр. Трехэлементная муфта сцепления делает возможным немедленное зацепление деталей, практически исключает проскальзывание, способствует равномерному износу деталей пилы. Антивибрационная система – комфортная работа. Двойной зубчатый упор позволяет произвести надежное прилегание пилы к бревну, фиксацию и хорошую балансировку. Легкий доступ к фильтру и свече без дополнительного инструмента. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Дорогой фирменный расходник. Неудобный доступ к механизму натяжения цепи. Емкости под ГСМ непрозрачные, контроль уровня невозможен. Нет никакой защиты сцепления и масляного насоса. Очень нежные шпильки затяжки боковой крышки. Очень много пластмассовых деталей, низкая прочность. Но есть и позитивные отзывы. Надежность. Хорошее качество сборки. Малый вес. Удобная рукоять. Хорошо заводится в любых условиях. Вибрации мало, звук приятный. Мотор достойный. Небольшой расход бензина. Возможно, вы станете владельцем этой модели бензопилы. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!